नमो भगवते वसुदेवाय नमो भगवते वसुदेवाय नमो भगवते वसुदेवाय नमो भगवते वसुदेव नमो भगवते वसुदेवाय नमो भगवते वसुदेवाय नरेणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यसां ततो जयां मुदीरये नाष्ट प्रेषं भाद्रिषु नित्यं भगवत सेवया Бхагаватюттамашлоке Бхактир Бхавати Найштики Идам Бхагаватам Нама Пуранам Брахма Самхитам Уттамашлока Чаритам Чакарам Бхагаван Риши Нишрисая Лукасья Таньям Свастинам Махат. Продолжаем читать первую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Сарга» или «Творение». Атра сарга висарга шча стханам пошанам уттая манвантаришану катха ниродха муктира шреха. Глава 8. Молитвы царицы Кунти и спасение Парикшита. Текст 35. Бхавесмин клишьяманам. Бхавесмин клишьяманам. Авидья кама карма бих. Авидья кама карма бих. Шравана смаранартхани. Шравана смаранархани. Каришьян итикечана. Каришьян ити кечана, Бхавесмин клишьямананам, Авидья кама карма би, Шравана смаранархани, Каришьян ити кечана. Правильно читаете, Каришьян, не Каришьян, а Каришьян. Пожалуйста. Шамананам. Видья кама карма би. Асмаранартхани.
Харишьян Итикечана. Матаджи. Бависмин Клеш Ямана. Авидья Кама Карма Бих. Шравана Смаранартани. Харишьян Итикечан. Баве в материальном творении, асмин в этом, клишьяманам страдающих от. Санскрит интересный язык. Клишья и мананам. Клеша. Клишья это слово клеша. Как клеша переводится? Страдание, правильно. Страдание. Клеши, страдания. Мананам – ум. То есть страдание исходит из ума. Сразу вот в слове «страдание» сразу указывает, что страдание исходит из ума. То есть если бы у нас бы это бы звучало слово, как же оно? Не-не-не, одним словом я хотел. А? Одним словом, сейчас. Умострадание, вот так. Умострадание. Авидья, неведение, кама, желание. Вожделение будет потом. Сначала желание, потом вожделение. Кармабихи, заняты кармической деятельностью. Карма, кармическое действие, бхиги – это занятие. Шравана – слушаем. Смарана – помня. Архани – поклоняясь. Каришьян – могут совершать. Ити – так. Кейчана – другие. Каришьяна, слово коро, коро. В Индии приезжаешь в какой-нибудь храм, заходишь, они говорят, дана коро, дана коро, дана это пожертвование, коро, делайте пожертвование, дана коро. Все языки в Индии, они похожи на санскрит. Одни больше похожи на санскрит, другие меньше. Хинди – это искусственный язык. Такого языка вообще нет, такого языка хинди. Хинди – это производный язык. И взяли его, сделали из урду. В основном это урду. Те, кто на хинди говорят урду, те, кто живут, те, кто говорят на урду, они их понимают. Кто знает, где живут те, кто говорят на урду? В Пакистане. Они живут в Пакистане. А хинди отличается от пакистанского, что там есть некоторые мусульманские слова, есть немного персидского языка, вот, и вот этот хинди. Но все равно на санскрит похож. Больше всего на санскрит похож бенгали. Перевод. Четвертые полагают, что ты являешься, чтобы восстановить преданное служение, которое включает в себя слушание, памятование, поклонение и так далее, чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение. Комментарий о божественной милости Амбай Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Кей. В Шримад Бхагавадгите Господь утверждает, что Он является в каждую эпоху для того, чтобы восстановить религиозные принципы. Религию устанавливает Верховный Господь. Нельзя выдумать новый вид религии, как это модно среди некоторых амбициозных людей. Настоящая религия – это признание высшей власти Господа и спонтанное любовное служение. Вот запишите определение настоящей религии. Это признание, первое – это признание высшей власти Господа.
И второе – спонтанное любовное служение Ему. Вот это определение религии. Живое существо не может не служить, ибо оно изначально создано для этого. Единственное назначение живого существа – нести служение Господу. Господь велик, а живые существа подчинены Ему. Следовательно, долг живого существа – служить только Ему. К сожалению, пребывающие в иллюзии живые существа, движимые материальным желанием, по недоразумению становятся слугами своих чувств. Это желание называется авидией или неведением. Побуждаемое этим желанием живое существо строит разнообразные планы, цель которых – получение материальных наслаждений, основанных на извращенной половой жизни. Так оно запутывается в круговороте рождения и смерти под присмотром Верховного Господа, получая различные тела на различных планетах. Следовательно, пока человек не разорвет цепи этого невежества, он не может избавиться от тройственных страданий. Материальной жизни. Таков закон природы. Однако Господь более милостив к страждущим живым существам, чем они даже могут предположить. И по своей беспричинной милости Он приходит к ним и восстанавливает принципы преданного служения, включающие в себя слушание и повторение, памятование и служение, поклонение, молитвы, сотрудничество и вручение себя Ему. Соблюдение всех этих принципов или хотя бы одного из них может помочь обусловленной душе выпутаться из сетей неведения и избавиться от всех материальных страданий, которые живое существо, введенное в заблуждение внешней энергии, создает собственными руками. Эту особую милость живым существам дает Господь, явившийся как Господь Шри Чайтанья Махапрабху Кей! Ом Гьяна Тимирандасья Гьянаджана Шалакая Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Яна Бутале Сваям Рупа Кадам Адьям Дадати Сва Падантикам Вандеям Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурум Вайшнавам Ща Шри Рупам Саграджатам Сахагана Аргунаттам Витам Там Саджиевам Садвайтам Саватхутам Париджанам Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витам Ща Эй, Кришна, Каруна, Синду, Дина, Банду, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намостуте, Таптаканчина, Горанге, Радхе, Вриндавани, Шваре, Вришабану, Суте, Деви, Прайнами, Харипри, Панча, Калпата, Рупьяща, Крипубевача, Патитанам, Бавани, Бео, Вайшнави, Бео, Намо, Нама, Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадат Шри Васади Гор Бхактаврин Эй Кришна, Эй Кришна, Кришна, Кришна Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе Харе Кришна Махамантра Кей Итак, идет серия стихов, в котором царица Кунти говорит о четырех типах людей, которые
прославляют Господа или говорят о Нем, или описывают Его именно таким. И вот сегодня у нас 35-й, да? Сегодня у нас 35-й, из 32 стиха по 35-й перечисляются вот эти вот категории людей. В 32 стихе говорит: «Одни говорят, что нерожденные рождаются для того, чтобы прославить праведных царей». Вспоминается стих из Бхагавад-гиты, а? Кто вспомнит, какие там цари прославляются, а? Как там? Эвам. Эвам парам парапраптам. Имам Раджаша я веду, правильно? Сака линеха махата. Йога наш там парашна. Очень хорошо. Да, то есть, эта наука, ведическое знание, в древности передавалось по цепи ученической преемственности. Ее постигали праведные цари. И они уже это знание, согласно этому знанию, они уже выковывали вот эти вот законы, следили, чтобы эти законы соблюдались, браманы смотрели. То есть вот есть люди, следующие Варнаши Мидхарми. И вот здесь вот Кунти говорит про тех, кто следует Варнаши Мидхарми. Вот они вот так вот смотрят, что Кришна вот такой, рождается для того, чтобы прославить праведных царей, именно праведных. А праведные цари – те, кто следует Варнаши Мидхарми. Потом, говорит, другие, второй тип. Ты родился как сын Васудевы и Деваки, то есть более уже личностное отношение к Кришне, когда говорит Кришна – сын Деваки и Васудевы. А если более личностное отношение, то как тогда? А? Правильно, сын Нанды, Махараджа и Ишоды. И далее она говорит, что ты родился, они говорят, что ты родился для того, чтобы облагодетельствовать преданных и убить тех, кто враждебно относится к полубогам. И это перекликается со знаменитыми стихами Бхагавад-гиты. Ядаядахи тармася, гланир бавати барата, бьютанама тармася, тадатманам сриджами, паритранная садуна, винашая чадушки там, тармасам стапанарцая сам бавами, юге-юге. Правильно. Все поняли, да? Можно не переводить. Что Кришна говорит: я прихожу, чтобы защитить праведников и наказать демонов. И для тех, кто не понял этого, ну, есть же такие люди, которые не понимают даже этого. Он примерно то же самое говорит Шримад Бхагаватам в главном стихе Шримад Бхагаватам, который называется как Пари Баша Сутра. Правильно. Пари Баша Сутра. Это чам шакалам пумса Кришнасту Бхагаван своям Индрари Векулам Лукам Риданде Юге Юге. Он говорит, что воплощений много, но я изначальный Господь, но Кришна, Кришнасту Бхагаван своям, я сам Кришна, изначальный Господь, я прихожу для того, чтобы покарать злодеев и защитить праведников. То же самое он говорит. Поэтому вот это вот утверждение очень-очень важно, и поэтому царица Кунти не забывает об этом сказать. Она об этом говорит. Зачем приходит Господь? То есть она все четко по шастрам говорит. Теперь, говорит она, третьи. Третьи утверждают, что мир перегружен, подобно лодке в море. Вот представьте, корабль пошел ко дну, кто-то спас, и все стараются на эту лодку залезть. И вот эта лодка, этот мир, он перегружен уже. А чем перегружен? А? Правильно, грехами перегружен. И что с ними надо делать? Нужно просто повторять. Арей, Кришна, Арей, Кришна, Кришна, Арей, 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 Рама, Арей, Рама, Рама, Арей, Арей. И в нашем стихе они говорят про четвертых. Кто ж такие четвертые? Вот интересно. Сейчас мы с вами разберемся, кто такие четвертые. А четвертые – это неправедные цари, это не потомки династии Яду, не великие преданные. Сейчас мы с вами разберемся, кто же это такие.
Итак, четвертый полагает, еще раз слушайте внимательно, что ты являешься, чтобы восстановить преданное служение или чистое бхакти, которое включает в себя шраманам, киртанам, вишнох, смаранам, падасеванам, в себя слушание, памятование, поклонение и так далее. Арчанам, ванданам. И так далее, это арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атманиведанам. Чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение. И кто же такие четвертые? Бхакти. Мишра. Я бы сказал, бхакти, как ты. Это мы с вами. Это мы с вами горе, я не знаю, луковое там или чесночное горе, ну, короче, горе, которые родились в Кали-югу. И единственная надежда только на Господа Читания. Это такой намек, что ты придешь как Господь Читания и будешь вот это вот все уже пало, все нарушено, развалено. И ты придешь, чтобы восстанавливать эти принципы религии, чтобы восстанавливать, чтобы дать санатанадхарму, воспевание святых имен. Вот, и об этом сегодняшний наш стих. То есть, Господь приходит для чего? Господь приходит для кого? Для тех, у кого нет чего, чего нет, а? Преданного служения нет, да. Еще чего нет? Слушания нет, да. Еще чего нет? Воспевания нет, еще чего нет? Очень ценно. Памятования нет. Еще чего? И так далее. И дальше говорит, и так далее. И так далее. Ничего вот этого нет. Вот то, что вы добавили, это все правильно, это и так далее. Вот. И приходят, к каким живым существам в тексте говорится? А? Вспоминаем. Работаем. Которые что? Живые? Страдают. Как? Клишня манана, да, ум страдает у них, вот ум, голова раскалывается. И он их освобождает Господь от страданий, освобождает и дает любовь Богу, дает вкус к воспеванию святых имен. В комментарии Шрила Прабхупада говорит об этом, что Господь является каждую эпоху, чтобы восстановить религиозные принципы. Давайте посмотрим, что такое подразумевается эпоха. Эпоха может быть эпоха, например, капитализма, эпоха коммунизма может быть. Да? Может быть, эпоха – это целая юга. Это тоже эпоха. Сати-юга – это эпоха. Представьте, почти 2 миллиона лет. Потом два пара юга, потом трета юга, и вот Кали-югу, в которой мы живем, это эпохи. Потом есть еще понятие эпоха. Какое? А? Рано, дорогой, ну что ты? А? Маха-юга. Маха-юга – это вот все вот эти четыре юги взять, ну, все Маха-юга получается. Еще какая эпоха есть, а? День Брамы. Кстати, Манвантара тоже как эпоха идет, это 300 миллионов лет. А День Брамы сколько идет, а? Кто помнит? 4 миллиарда, не миллиона, миллиарда. 4 миллиарда, 320 миллионов. Вот это вот все. Вот это вот эпохи. И поэтому любое слово «эпоха» здесь можно использовать, особенно начиная с югу. Каждую югу Господь приходит как юга-аватара. И именно в эту эпоху у Него есть определенная форма, есть у Него определенный цвет тела, определенные деяния, определенный характер даже. Ну, смотрите, вот у Кришны один характер, у Рамы уже другой характер. У Парашурамы
там, наверное, уже нет характера, уже там разные. Или, например, сравнить характер, ну кого? Сравнить характер Ваманадева, например, и Курмы. И Курмы, вот разные же характеры, да? Разные характеры, разные деяния. И Господь вот так вот является. Почему же, вот интересно, я задавал себе вопрос такой интересный. Давайте подумаем здесь. Почему Господь приходит вот в таких вот разных формах? То как змея Он может прийти? Он может прийти как черепаха. Он может как птица прилететь. Может приплыть как рыба, как человек. Почему? Почему вот это все? Зачем? Зачем это все? Что вот, ну, мог же он прийти, вот, ну, как, допустим, вот как человек, ну, как Рама, например, или как Кришна, и приходил бы себе, и приходил бы, да, правильно, разнообразие. Иначе просто материалисты бы, они подумали, что Господь, Он ограничен, Он только вот как человек может прийти, и все, а это Он не может. Поэтому Господь приходит в разные формы. И вот эти формы, они основные. Матсья, это Дашаватара называется, или 10 воплощений основных. Это Матсья, Курма, Матсья, это рыба, Курма, черепаха, Вараха, это кто? Вепрь, правильно, вепрь. Вамана, потом Парашурама, Нарсимха. А Нарсимха – это особое воплощение. Это половина на половину. Нарсимха, потом Рама, Калки, Кришна, Баларама. Кришна с Баларамой. Вот они, Дашаватары. 10 воплощений, он приходит. Но в течение разных эпох он может прийти, ну как угодно может прийти. Совершенно любой облик может принять Кришна. Абсолютно. И мы своим умом как-то его ограничиваем. Мы вот это тут прочитали, посмотрели Кришна-арт, там картинки красивые. Вот Бог может так, может так, может так. Он может как угодно прийти, как угодно. Даже может прийти как горящий куст. Тоже может прийти. И поэтому для него не существует никаких границ. Единственное, кто может ему сделать какие-то вот границы, ограничить его, это только преданные. Больше никто не может его ограничить. Преданные носители знания или виде. Шрила Прабхупада говорит, что этот мир полон авиди. Смотрите, по сути дела, во всем мироздании, вообще во всем мироздании, это духовные миры, материальные миры, существует только Господь и Его энергии. Все, больше ничего нет. Правильно? Или кто-то хочет возразить? Господь и Его энергии, все. Больше нет ничего. И эти энергии, они разделяются на духовную энергию и на материальную энергию. Духовная энергия. Хладини сандини самбит, твам эка сарва самитам. Вот хладини, самбит и сандини. Энергия наслаждения, энергия чего еще? Знания, да, и энергия вечности. Да, вот такие вот энергии. И материальные энергии. Материальные энергии очень просто. Пхумир, Апо, Нало, Ваюх, Кхам, Мана, Будхир, Эвача. Вот эти вот энергии. Это материальные энергии. Все состоит из этих материальных энергий, из их сочетаний. Все абсолютно. И смотрите, что интересно. Мы с вами начали свой духовный путь, скажем так, наполненный вот этой авидией, или невежеством. Вот, ну, мы сотканы из невежества. Кости – это вежество или невежество? Невежество. Кровь – это тоже невежество. Газы, которые, сами понимаете, тоже невежество. Все невежество. Этот мир состоит из невежества.
И вот вопрос-то такой, как мы, находясь в этом невежестве, как мы можем вообще до сих пор еще практиковать, а? Как? Только милость пока не говорите, милость это мы на закуску оставим. А? На самом деле, милостью заканчиваем, милостью начинаем. По милости Господа и чистого преданного, преданный Овидию превращает в Видию. Вот он где секрет-то в чем. Невежество превращается в знание. И преданные являются носителями знания. Что такое носителями знания? Носитель знания – это тот, кто может не только принять это, но и дать. И таким образом преданные вот так вот трансформировать могут такие очень-очень-очень могущественные энергии, целые стихии, гигантские стихии. Представьте, стихия ума или стихия эго. Представляете, что это такое? Нет, вы не представляете, что это такое. Нет, даже я не представляю, что это такое. Но это ну, такое гигантское, что невозможно представить. Совокупное эго, например. Как представить совокупное эго? Это просто какая-то эгоистическая бесконечность какая-то. Я не знаю, как ее назвать еще. И что делают преданные? Ну, у кого-нибудь идея есть, как они Овидию или невежество могут трансформировать в Видию? Вот у нас дедушки сидят на такие старцы. Это старцы. Старцы сидят на возвышении. Так, ну-ка, как еще вариант? Так же хотел. Видишь, я же говорил, что это старцы. Старцы. Браманы. Будущее. Так, поподробнее. О, я тоже подумал. Сейчас мы поели, вкусно покушали. Да, вот тоже та же пища. Когда человек ее готовит и не предлагает, что получается? Ягья шишташанах санто мучанти сарва килбишах бунжатете твагам папа епачинть атма каранат. То есть, когда человек кушает не предложено, он вкушает один лишь что? Грех вкушает. Папу вкушает. Папу грех вкушает. А если он предлагает Господу, он освобождается от оков этого материального мира, он возвышается. Да, вот самый простой пример. То есть то же самое делаем, то же самое готовим, но предлагаем Господу, готовим с любовью предлагаем Господу, и все. Все одухотворяется, пища одухотворяется, процесс одухотворяется, сознание одухотворяется. Даже наше тело, вот это вот полное тамаса, оно все одухотворяется. Вот такой удивительный процесс, как преданные могут трансформировать Овидию в Видию или невежество в знание. Точно так же мы можем иногда сканировать себя, можем смотреть, а что интересно, в каком состоянии нахожусь. Да, я нахожусь в невежественном состоянии. Некоторые просто у них руки опускаются. Все, я в невежественном состоянии нахожусь. Я в мае нахожусь. Все. Все. Поза. Какая-то поза? Какая? Нидра, да. Маханидра. Или адхинидра, абхинидра. Что там еще есть? Кама-нидра. Тама-нидра, да? Вот и все. Но в действительности, когда какие-то вот... Мне постоянно приходят вот эти вот письма. Махарадж, что делать? Джапа не читается. Что происходит со мной? Энтузиазма нет. Этого нет. Это плохо. Это... И что это такое? Это очень хорошо. Это говорит о том, что процесс идет. Если бы этого не было, значит, процесс не идет. Процесс встал, затормозился, вот и он где-то вот. А это процесс идет. Потому что мы же как-то продолжаем воспевать, продолжаем читать, продолжаем слушать. Мы же продолжаем, значит, процесс идет. Но при этом не нужно забывать о нашем союзнике. Как же там текст из Бхактирасамриты Сингху, наш любимый, да?
А анасактасия вишая, ядхартам упаюнджатха, нирбанда кришна самбанде, юктам вайрагем учате. Что можно все на самом деле задействовать в служении Кришне, даже невежество. И взять это невежество и просто задействовать его в сознании Кришны. Например, вы спросите. А лень, Махарадж, как задействовать? Очень просто. Хорошенько поработайте, а потом ночью лентяйничайте сколько хотите. Отдыхайте. Сколько хотите до половины четвертого. Сколько? Но до полчетвертого. Сколько хотите, но до полчетвертого. Итак, это особое искусство, и мы, дорогие преданные, должны вот это вот искусство, должны его развивать, это искусство. Как трансформировать вот эту грубую материю или вот это невежество, как ее одухотворять, как ее использовать в служении Господу. Проповедь, то же самое, можно все что угодно одухотворять можно. Если мы находимся в каком-то помещении и начинаем проповедовать, это помещение сразу одухотворяется. Предметы, которые находятся в этом помещении, тоже одухотворяются. Одухотворяются те, кто находится в этом помещении. Одухотворяются люди, которые хотят услышать. Люди, которым все равно. И даже люди, которые не хотят слушать. Все одухотворяются. Вот так вот мы можем задействовать вот эту вот энергию авидью. То есть, другими словами, что преданный делает? Он берет авидью в одну руку, в другую берет видью, соединяет, и все превращается в духовное знание. Хари Кришна, у меня есть где-то минут 10-15. Может быть, какие-то вопросы будут? Ну, Шрила Прабхупада говорит, что вот мы буквально, по-моему, вчера или позавчера в тексте читали, что без жизни или без дживы или без Господа ничто не может существовать. То есть это теряет всякий смысл. Нужно посмотреть, прежде всего, какой в этом вообще смысл, вот в этом творении. Вообще нужно оно или оно бессмысленно? Если оно бессмысленно, так пусть оно разлетится тогда. И смысл в этом есть. Смысл заключается в том, что Господь приходит, дает знания, дает веды, Бхагавадгиту, Шримад-Бхагаватам дает, и живые существа освобождаются из этого плена. Это так вот поверхностный взгляд. Более глубокий взгляд – это просто лила Господа. Господь, вот одна из его лил, вот именно такая, где он себя хочет проявить немножко в другом качестве, чтобы живые существа тоже не в другом качестве немножко были. И чтобы они проявляли друг другу служение и служили друг другу. И в конце концов были счастливы. Для того, чтобы испытать счастье, нужно также испытать несчастье. Какой-то должен быть. С чем-то странным. Даже в духовном мире есть несчастье. Но оно духовное, правда. Оно все касается Кришны. Когда, например, мама Ишода, например, это чистая преданная, ее можно сказать, можно назвать Парамахамса, ее можно назвать, ее можно Махабхагавата назвать, там, и так далее, и так далее. Ее можно назвать Маха-Парамахамса, Маха-Маха-Маха-Бхагавата можно ее назвать, и так далее. Но смотрите, когда Тринаварта унес Кришну, она так страдала, что она чуть жизнь свою не оставила, чуть жизнь не ушла из ее тела. Она чуть с ума не сошла, так страдала. Но зато потом, когда Кришна вернулся, она была очень-очень счастлива. Значит, вопрос скорее из разряда непостижимого. Ну, нормально, мы непостижимо ответим. По поводу формы. По поводу чего? Формы Господа и его основной формы. Да. Кришны и, так сказать, не
Да. Форма Кришны, которую мы описываем, везде изображаем. Ага. А неужели такого, ну, невозможно или не бывает, я не знаю, что Кришна, например, сообщение по всем трем мирам. Кришна больше не носит павлинье перо, или он теперь фиолетовый, а не синий. Ну не хочется ему, надоело. Ну, он какое-то время был без пера, да, это правильно, совершенно верно, без пера был. Но потом павлины подарили ему, и он одел, потом снова без пера, опять павлины ему дали, то он опять одевает, или, например, фиолетовый. Ну, когда Кришна покраснеет, тогда что-то в этом есть. Кришна может и побледнеть, может. Кришна может любой цвет принять. Вот, например, он начал думать о Шримати Радхарани, он золотого цвета стал. Начал медитировать на свой приход, как Господа Чайтанью, он тоже золотого цвета стал. Будет медитировать на Господа Раму, он такой зеленоватый немножко. Это изначальная и любимая форма. Почему? Есть такой риторический вопрос. И, если не ошибаюсь, кто же из ачарьев отвечает на этот вопрос? Один ответ такой есть. Больше никто вообще этот вопрос не поднимал. Вот как-то, знаете, интересно, в ведические времена этот вопрос никто не поднимал. А сейчас его поднимают. Почему? Правильно, потому что Кали-юга. Потому что Кали-юга. Кришна считается источником всех рас, всех вкусов, всего. И это сравнивается с разными цветами. Если взять основные цвета, это фиолетовый, это красный, оранжевый, желтый, зеленый, там голубой, синий, какой там еще, фиолетовый, да. И взять их смешать, получится цвет Кришны получится. Получится серовато, голубоватое, что-то вот такое вот получится. Точно так же, как еще раз, как Кришна источник всех рас, точно так же он источник вот всех цветов. Понимаете, когда они вот смешаны. Понятно, да? Он ни к чему не привязан. Кришна ни к чему не привязан. Он ни к форме не привязан, ни к положению не привязан. Вот если посмотреть воплощение Господа, кем он только не воплощался. Ну, про животных, он даже как дерево может проявиться и так далее. Но вот сам Кришна, он был и браманом, и кшатрием, и вайшей, и шудрой был Кришна. Кшатрием он был в династии Яду, Вайшья он был, когда был среди пастухов. Шудрой он был где? На колеснице Арджуны. Колесница – это шудры. Он принял роль шудры на себя, и вообще проблем нет, вообще не привязан никак. Да? То есть нам нужны дополнительные какие-то подтверждения, да? Дополнительные подтверждения какие-то, что вот, чего хочет Кришна. Саду шастра гуру вайкья, тинете курия вайкья. Это подтверждается, гуру подтверждает это, саду подтверждают, и шастры подтверждают это. Вот у вас есть, например, вопрос, хочет это Кришна или нет? Все, надо найти в шастрах, можно спросить у каких-то вайшнавов, спросить. И если это подтверждается, значит, это подтверждается, значит, он этого хочет. Да. Да, не помню когда, может быть, в прошлом году даже я обещал, да? Аж в прошлом году обещал. Можете, знаете, немножко так боком развернуться.
как же. Ну, короче, развернитесь как-нибудь так, чтобы не спиной быть, не спиной к божествам, и чтобы видеть эту картину. Эта история произошла на Варшане. На одном из холмов, там есть четыре холма, и это четыре головы Брамы. Брама Боле Чатурмукха, Кришна Кришна, Харе Харе, Махадева, Панчамукха, Рама Рама, Харе Харе. Есть такая бенгальская песенка. И вот первая строчка, четырёхголовый Брама воспевает Харе Кришна Махамантру, и пятиликий Шива тоже воспевает Рама Рама Харе Харе. И каждый холм – это голова Брамы. И Брама просто молился Кришне: «Помести меня, пожалуйста, на Варшану, я хочу собирать пыль с лотосных стоп гопи». И появились эти четыре холма, четыре головы Брамы. И один – это Брамагарх, один, второй – Мангарх, потом Дангарх и Майургарх. Брамагарх – это там дворец Вришабану, отца Шримати Радхарани. Мангарх – там, где Шримати Радхарани гнев проявляет. Майургарх – это где Кришна и Шримати Радхарани танцуют танец павлина. Вот у нас в холле есть эта картина. Они танцуют. И четвертый гарх – это Дангарх. Там, где дают пожертвования. Там, где Кришна отдает Шримати Радхарани как пожертвование. Представляете? Отдает ее. Что, она рабыня, что ли? Взять ее вот так вот и отдать кому-то. Жил-был один браман. И этот... Ну все, можно ко мне повернуться. Помедитировали на картину, хорошо. Жил-был один браман. И этот браман был очень-очень бедный. И у него, он был настолько бедный, что он свою дочь не мог выдать замуж, потому что не было совершенно ничего, даже приданого никакого не было, ничего не скопил. И однажды жена не выдержала и начала его, значит, сначала вдоль, а потом поперек. А почему вдоль, а потом поперек, а? А? Потому что вдоль не так больно. Жена может пилить мужа вдоль и поперек. Вот когда не сильно больно, это вдоль. Когда поперек, это уже больно. Поэтому огурец его сначала режут вдоль волокон, а уже потом. Это лирическое отступление. Нет, дорогие преданные, мне так повара искон объясняли, такие браманы, мне браманы это объясняли. Вот Света знает, это мне Шветадвип объяснял. Еще в 92-м, что ли, году, или 93-м, не помню. И все, она сказала, иди к Кришне, у него есть все. И этот браман пришел вот как раз на этот холм, как раз Кришна и Гопи, они были там, холм, который называется Дангарх. Тогда он не назывался Дангарх. И этот браман пришел, начал плакать Кришне, что у меня ничего нет, я бедный, ну дай мне что-нибудь, дочку не могу выдать замуж и так далее. И Кришна ему говорит, а хочешь, я тебе дам самое ценное, что есть у меня. Да, 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 хочу, 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 хочу. Это хорошо. Отдаю. Самое ценное, что у меня есть, это Шримати Радхарани. Ари! Все, я тебе отдаю Шримати Радхарани. И тут все заплакали. Заплакали гопи, так как они уже не видят свои радхики. Шримати Радхарани заплакала, потому что Кришна ее все отдает, она уже никогда не встретится с Кришной. И заплакал браман даже. А браман-то что заплакал? Нет, нет, счастья от горя.
И браман залепетал: «О, Кришна, я одну-то дочь не могу выдать замуж, ты мне две дочери хочешь, я же с ума с ними, с этими дочерьми сойду. Ой, нет, нет, нет». И Шимати Радхарани: «Нет, не отдавай меня, не отдавай». Гопи: «Я-я-я, не отдавай ее, не отдавай ее». И Кришна такая подумал, сказал: «Хорошо, тогда мы сделаем так. Мы сделаем весы, на одну сторону весов посадим Шимати Радхарани, и на другую сторону, гопи, вы складываете все свои драгоценности. И когда весы будут в состоянии равновесия, тогда вот это все и отдадим браману». И браман очень вдохновился, потому что гопи были очень красивые, у них были очень красивые украшения. Вот посмотрите, видите, часть гопи уже стоит без украшения. Вот слева гопи, видите, без украшения. Справа там одна без украшений, две с украшениями, одна с украшениями, а третья он снимает с себя украшения. И в какой-то момент весы уравновесились. Кришна взял мешок, в мешок сложил все вот эти вот драгоценности от гопи. Представляете, такой махапрасад. Нам бы, грешным, хотя бы жемчужинку одну какую-нибудь, или там какой-нибудь лунный камушек маленький. Он, благо, он недорого стоит, но махапрасад. И он получил целый мешок махапрасада от гопи и от Кришны, потому что Кришна взял и отдал ему. И этот браман радостный, он вообще еле ходил, он не доедал, но тут у него силы появились, энтузиазм, вдохновение. Он схватил мешок и побежал так, что только пятки засверкали. И потом это принес, дочку выдал замуж, и потом он подумал, прошло время, и он подумал, общаясь с преданными, на самом деле получить даршан и Кришны, когда они вместе, это такая удача, и я не увидел эту удачу. Он был похож на Друву, который плакал и говорил: «Я искал осколки битого стекла, нашел бриллиант». Вот, а он говорит: «Да это вот я получил. У меня была возможность получить бриллиант, а я получил осколки битого стекла». Он плакал. И потом в конце концов, он стал вайшнавом. Стал вайшнавом, предался Кришне, осознал себя, стал чистым преданным, этот браман. Но через какое-то время. Вот ответ на ваш вопрос. И еще, поэтому это будет последний вопрос, руки не поднимайте, сейчас у нас будет вокал. Еще Шиварам Махарадж, он эту историю вот интересно так объяснял, смысл этой истории. Один смысл этой истории заключается в том, что мы как этот браман просим у Кришны: «Кришна, дай нам материального. Потом Кришна дает нам материальное, проходит время, уходят годы, и потом мы понимаем, что же мы просили, надо Шуда Бхакти просить было. Это один смысл. А другой смысл – это гуру и ученик. Ученик приходит гуру и говорит: «Гуру, реши вот такую мою материальную проблему, гуру, реши вот такую. Гуру, реши все мои материальные проблемы». Да, и это вот это неправильно. Ученик должен приходить к гуру для того, чтобы знания получить. Вот другое объяснение вот этой лилы или вот этой истории. Хорошо, спасибо. Шримад Бхагаватам Грантарадж Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Примананде, Ари.